Здравствуйте, дорогие друзья! Хорошо, что вы смотрите нас. И сегодня у нас субботняя школа с Заокским университетом. И сегодня мы с коллегами будем размышлять над очень интересной историей разрушения, войны. И тема наша называется «Когда рушится твой мир?» История восьмого века до нашей эры, как она описывается в книгах царств, 4 царство, второе полипаминон или вот пророка Исаия, седьмая глава. А все-таки что же там было, что же рушилось в этот период восьмого века до нашей эры? Позвольте начать с того, что восьмой век до нашей эры – это, собственно, появление на Ближнем Востоке, здесь, в этом регионе, это появление самой первой в мире империи. Ассирийская держава, которая Захватывала территории близлежащие, она, так скажем, в, в, вбирала в себя завоеванные народы, завоеванные территории, страны и делала их частью своей частью, так скажем, своего вот такого политического анклава. анклава. Спасибо. И, собственно, нужно сказать о том, что Империя эта, она не отличалась дружелюбием. Это была, пожалуй, одна из самых жесточайших империй, агрессивных очень. Ну, даже можно привести пример. Многокилометровые стены, которые выстраивались вдоль магистральных дорог из человеческих трупов для того, чтобы просто никому никогда в голову не пришла мысль о каком бы то ни было восстании против ассирийской державы. И вот эта громада она в восьмом веке э, подступает к границам Иудейского царства, где правит э, царь Ахаз, который стоит перед дилеммой, перед выбором, либо присоединиться к Ассирии и просить э, ее помощи, собственно, встать на колени, просить какой-то милости, э, либо присоединиться к тем государствам, которые составляют такой конгломерат политический, против Ассирии для того, чтобы как-то что-то противопоставить ей в военном смысле. А, ну, надо добавить, наверное, что в основном, конечно, к этому моменту ассирийцы поглощали э, царство Междуречия, да, между Тигром и Ефрат, yeah. а, значит, э, и там э, достаточно большие войны шли с Ламским царством, да. А, в общем-то, это была территория немножечко все-таки ну, далекая от э, Палестины, не кажется ли вам? Но ну, мы сегодня изучаем седьмую главу да. книги Пророка Исаии. И пророк заостряет наше внимание на двух противоборствующих политических силах, ага. угрожающих иудею, в частности царю Ахазу. Угу. И разрешите прочитать мне первый текст седьмой главы в дни правления в Иудеи царя Ахаза, сына Иофама и внука Азии. На Иерусалим пошли войной сирийский царь Рецин вместе с царем Израиля Факеем, сыном Ремальи, но не смогли его завоевать. То есть Ахас сталкивается с угрозой ближайших соседей так. с севера. Угу. Это Ефремляне или Израиль. Десять с... колен северное. С... Северное царство. И э, Арамеи или сирийцы э, во главе с рецином. Вот они угрожают сейчас э, национальной безопасности иудеи. Угу. И они вот... это вроде тоже делают с намеком на то, что сказал Эдуард Михайлович. То есть с намеком, чтобы... Ты давай с нами. Э, да, это, давай это с нами определённо... против вот этих, этих которые... Армады, как сказал Эдуард Михайлович, которые надвигается, и, конечно, они ищут как-то какой-то помощи. Поэтому иудея, как сама по себе, наверное, не так сильно их интересовала и спортивного интереса, но как союзник против надвигающейся орды. Да. Конечно. Это конечно. попытка создать давление определенное. Вот в данном случае на военном таком уровне. Uh -huh. Но опять же, смотрите: нельзя забывать того, что вот. Царь ассирийский Тиглат-Паласара, о котором идет речь и который все на дальнем переводе называется Фиглофилосаром, да, именно он был э, вот этим автором политики переселения народов, когда просто завоевывается территория, народ берется в плен, их связывают по рукам и ногам, уж простите за такие подробности, жестокие крюк в язык и шаг влево, шаг вправо, и все. То есть попытка к бегству, она просто оборачивается какими-то определенными увечьями телесными, и Народы переселялись за тысячи километров, где они сталкивались с абсолютно другим языком, с другой культурой, с другим климатом, э, с другим окружением и, и так далее. Богами. Они просто исчезали абсолютно. И вот э, представление буквально даже определенную э, фантазию немножечко если э, себе позволить, то, вероятно, Ахас об этом думает. Но э, вопрос то в том, что он в данном случае проявляет, э, так скажем, такую нерешительность, которая и позволяет э, северным соседям, э, вот этому э, конгломерату политическому Сирии э, и Израиля, пытаться давлеть на Иерусалим для того, чтобы просто как-то добиться э, э, какого-то решения со стороны Ахаза. То есть получается ситуация, да, как мы ее видим сейчас исторически, в принципе, Иудея – это не очень большое царство. Ну да, маленькое. маленькое. И есть, получается, где-то там на севере, да, громадная Сирия, агрессор. Есть те, кто рядом. И вот эти те, кто рядом по периметру царства, они объединяются в некую коалицию и говорят, давайте будем сопротивляться, давайте будем организовывать общую армию, идти, так скажем, на север, сражаться с ассирийцами. А вот тут как бы Ахас немножечко другого мнения получает. На что, значит, против него собирается армия вполне себе приличная. Как говорят историки, между прочим, Махас потерпел поражение в столкновении uh -huh. военном с этой армией. И вот теперь, как действительно Исаия в 7 главе пишет, получается, что они возле Иерусалима. Да. Но тогда означает, что он потерял уже все остальное царство. Да, в общем-то Иерусалим же это первый первый город на путь, если из Сирии и Израиля идти. Так получилось, да. Не то, что сначала люди там сражаются, как у нас было, и потом противник доходит до Москвы. Иерусалим этого переступил границу, вот и Иерусалим. Слушай, наверное, он очень, он, он очень рядом с границей да. был. Кстати говоря, здесь можно сказать, что когда Давид сделал объединенное царство. Иерусалим был выбран а, именно Старицы. с точки зрения стратегической, угу. потому что он находился в центре страны. Но когда в, 970, а, в 930 году после смерти Соломона фактически произошло разделение, Иерусалим оказался, вот Олег Вячеславович очень-очень верно говорит, что Иерусалим оказался вот у границы, границы, поэтому до него было рукой подать. И вот смотрите, что происходит. То есть, получается, Ахаз в осаде, это не шуточное дело, он понимает, что против него объединились все его соседи. И кроме здесь можно же еще вспомнить и Тир и Сидон, который опять же присутствует, и Дамляне, которые здесь же присутствуют, и многие-многие маленькие царства по периметру, которые также все влились в эту коалицию. Ну и вот вопрос выживаемости. То есть непонятно, что там, где далеко Ассирия, но понятно, что здесь рядом враг. Что как царь он должен был делать? Я думаю, первое, что должен был сделать так. царь, царь иудейский, представляющий народ, избранный некогда самим Богом, первое, что он должен был сделать, это все-таки узнать волю Божию так. относительно своих действий. И очень интересно то, что здесь как бы сам Бог первым делает шаг ему навстречу и посылает пророка. Через пророк, пророк. Да, пророк Исаия, он подходит к царю Ахазу с конкретной вестью. Он приносит конкретную весть, весть от самого Господа. Давайте прочитаем. Да. Это седьмая глава с третьего текста. Пожалуйста, братья, кто? Господь сказал тогда Исаии, выйди вместе со своим сыном Шиарь-Яшувом навстречу царю Ахазу туда, где начинается водосток от Верхнего Пруда по дороге к полю белильщиков и передай ему. Будь осмотрителен, но не бойся, сохраняй спокойствие и не падай духом. Что тебе эти две дымящиеся головешки, разгневанные рецин с сирийцами и сын Римальи? Да, сирийцы, ефремляне и сын Римальи замышляют против тебя недоброе. Пойдем на Иудею, призывают они, и разделим ее между собою, а царем поставим сына Таваля. Но вот что говорит владыга Господь. Не бывать тому, ничего у них не выйдет. Над всей Сирией главенствует Дамаск, и над Дамаском только Рицин, еще 65 лет, и Ефрем разбит будет, народом ему уже не быть. Над всем Ефремом главенствует Самария, над Самарией только сын Рималии. Если не будете тверды, вере не устоите. То есть получается, что Бог через Исаию вообще определяет вот эти вот, значит, уже на самом деле войска, которые вокруг Иерусалима, как две головешки. То есть другими словами, не Иерусалим в данном случае находится в опасности, а те, кто угрожают Иерусалиму. Те кто угрожают. <сих> Но и вот теперь скажите мне, что же делать царю? В это надо верить. В это надо, надо было в то, реально что реально поверить. Да, что да. человек, который перед тобой стоит и говорит вещи, которых нельзя увидеть которых нельзя просчитать. Ты видишь совсем другое. Да, я, вот, вот в этом и смысл. Абсолютный диссонанс. Видишь, потому что все равно же давлеет над тобой. Конечно. Выгнал в окно, и что ты видишь? А здесь человек говорит совсем другое. Но это правда нелегко. Мне кажется, основная проблема Ахаза э, здесь в том, что он пытается решать политические вопросы в первую очередь они кажутся ему. Но он должен их решать. Да, но он царь, да, они кажутся ему самыми значимыми вот в этой ситуации. Но к сожалению он не задумывается над тем, что эта ситуация где-то порождена им самим. Он не задумывается над тем, в каком духовном состоянии находится общество, иудейское общество. Он не задумывается над тем, что он повинен в том, что его народ впал в такое махровое идолопоклонство, и не задумывается он над тем, что будущее в руках Божьих, и может быть, воля Божия в том, что произойдет с этим народом, потому что, обратите внимание, на имя сына пророка угу, – угу. Шер Шар яшух -яшу. которая буквально означает остаток вернется. Вернется. «Остаток вернется». Здесь определенная весть, обращенная к царю Ахазу. Пугающая царя. Достаточно пугающая, но тем не менее все-таки «Остаток вернется», «Остаток возвратится» или, или «покается», угу. что вот это слово… Шув, да, да обратиться покаяние. означает покаяние, раскаяться. Вот поэтому, наверное, Ахазу в первую очередь следовало бы задуматься вот э, над вопросами духовными, не политическими, а духовными, и что-то начать делать э, с этой языческой практикой, которая устоялась и которая стала ну настолько э, популярной в его народе, что Истинное богопоклонение, оно просто ушло. Оно просто исчезло. Отсюда и проблемы. То есть вот эти проблемы, с которыми Аха сталкивается, это следствие отступничества. И я хочу прочитать текст из книги и второй книги Липоменон, 28 главы, где прямо автор увязывает происходящее с отступничеством от истинного богопоклонения. 28 глава, 4, 5 тексты. Он, то есть Ахас, mm -hmm. приносил жертвы и совершал воскурение в капищах и на холмах, и под всяким раскидистым деревом. И потому Господь Бог его отдал его в руки царя Арамеев, которые нанесли ему поражение. Взяли в плен множество людей, угнали в Дамаск, и в руки царя Израильского предал его Господь. Потому то есть это происходящее следствие идолопоклонства. Та же мысль в 19 тексте. Господь подверг иудею такому унижению из-за Ахаза, ибо он совратил иудею, вероломно действуя против Господа. Вот причина-следственная связь. Угу. Хочу... Спасибо большое, да. Евгений Владимирович. Хочу сказать вот по этому поводу три небольшие вещи. Во-первых… Можно посчитать, из того, что мы здесь прочитали, можно посчитать, о каком годе идет речь, потому что сказано еще 65 лет. То есть в 722 году произошло падение столицы Изра... Израильского царства Самарии, значит, это 787 год. Дело в том, что Израильское царство вследствие своего населения, которое составляло 10 колен, оно было намного больше, чем население иудейского царства. Вследствие своих... Э Геогра... Вследствие своего географического положения там на севере сосредоточены, так скажем, богатства, скажем, плодородная почва. плодородная почва, долина Израильская, река Иордан, там Галилейское море и так далее. То есть она всегда была богаче, но тем не менее Господь говорит, Он уже заранее выносит приговор этому израильскому царству, потому что вот смотрите за примерно 208 лет своего существования существования, из, в Израильском царстве было 19 царей, они были представителями 10 династий, а за 200 лет каких-то чуть больше, это огромное количество, и среди них не было ни одного благочестивого царя. То есть, это первый момент. Здесь уже вроде бы и приговор выносится Израильскому царству. Второй момент очень важный, связан с тем, что э, завет, в котором... Э, пребывали евреи с Богом, он подразумевал, что Бог будет защищать всегда свой народ, в том числе и от иноземцев. Поэтому в данном случае Ахас, он просто проявляет определенную, определенную даже неверность завету. Ну и третье, вот о чем, собственно, Евгений Владимирович прочитал, когда говорится о том, что Господь послал вот этих иноземцев, и они стали завоевывать Иерусалим и увели в плен. Дело в том, что вот эта вещь на языке более поздних пророков, там, например, Еремея, Языкиль, то есть это пророки э, пленного периода, они это все называли четырьмя казнями Господними, когда первая из казней, она всегда подразумевала меч. Меч, голод, лютые звери и моровая язва. Вот поэтому первое вот это предупреждение, это так называемые суды завета за неверность завету, за идолопоклонство, первой казнью всегда было вот это вот военно, военное Обжать. завоевание, попытка окружить и взять в осаду Иерусалим. Но интересно, что Всегда можно было проблему эту решить. До тех пор, пока не началась моровая язва, проблему можно было решить. Проблема решалась просто, она решалась покаянием, она решалась доверием Господу, вот и все. И служением в храме, да? Mm -hmm. Да. Очень интересный момент. То есть получается, что Ахас, находясь в отчаянном положении, да, получает весть пророка. Интересно дальше, что мало того, что а, как бы, пророк говорит ну, вот, о будущем, да, не бойся, то есть это две головешки, он еще и что-то предлагает, да, что предлагает пророк Ахазу. Давайте мы почитаем а, значит, вот, с 10 текста. Да. И вновь говорил Господь Ахазу, проси себе знамени от Господа, Бога Твоего, в глубине земной проси или в выси небесной. Но Ахас ответил, не буду просить, не стану испытывать Господа. Предлагает немыслимое. Всегда люди первыми просят. Да. Если им кажется, что весть, обращенная к ним, не вполне вероятна там или не вполне реальна, они просят, а можно мы лишний раз убедимся? Вот. А сейчас Господь как бы сам говорит, ну давай, все, что хочешь. Интересно, что, наверное, Бог смотрит на сердце Ахаза и понимает, что вера в нем очень мало, и постоянно он его пытается на что-то сподвигнуть, мне кажется, да? Так получается. Господь хочет помочь Ахазу принять правильное решение mm -hmm. в этой непростой ситуации. Ситуация действительно, ну просто тупиковая, вот. И Господь подсказывает. Проси знамение, знамени. да, проси знамение, вот. И то, что Ахаз отказывается, я так предполагаю. Свидетельствует о том, что он боится этого знамения. Что да. Ему это... придется тогда э, что-то менять в себе. Есть вот. ощущение, что да. решение созрело еще до того, как Социально пришел вер... Исаия со своей вестью и до того, как было вот это предложение от Господа и в страхе что в результате вот такого вот знамения решение придется менять, менять. Mm -hmm. а решение придется менять в пользу как бы чего-то страшного и ужасного, как мы сказали, в пользу того, что видно из окна, а не в то, что надо, во что надо поверить. Ну, Проще отказаться уже на первом этапе. Хотя это выглядит как благочестие. Друзья, вот смотрите, да, если мы смотрим на эту историю в контексте всей Библии, то, конечно же, мы вспоминаем нагорную проповедь Иисуса Христа, где он говорит, не искушай Господа, Бога твоего. И намекает еще на историю исхода, где они искушали. Так, может быть, он прав? Ахаз? Ну, Ахаз еще не читал Нагорную проповедь. Он там да, к тому времени, наверное, что-то про Гедеона знал. Наверное, знал про то, как кто-то там о, -о, о землю бил сколько-то раз чем-нибудь. Ну, Фрел вроде бы у него пример. был да, положительный пример взаимодействия такого, если уж безвыходная ситуация, кажется. Были случаи взаимодействия нормальных, положительных библейских Но здесь, героев. Здесь, здесь особенный момент. Сам Бог предлагает. Предлагает. Сам Бог предлагает. То есть однозначно Ахаз должен был пойти этим путем, который предлагает ему Бог. Если сам Бог предложил, ты должен согласиться. Здесь не идет речь о человеке, который требует знамени или, скажем, вот о тех людях, которые Христа искушали, вот этим словом, вот яви Покажи. нам знамение, яви какое-нибудь чудо, и тогда мы еще а, подумаем, да, поверить тебе или нет. Угу. Сам Господь предлагает какой-то знак Ахазу. Опять же, чтобы помочь ему, чтобы укрепить его веру, но он с показным таким благочестием вот, от этого отказывается. Я не позволю Спасибо, себе не надо, да, да. искушать Господа, испытывать Господа. Вот в этом его ошибка, в этом его беда. Давайте проясним, друзья. Все-таки вот он должен был бы попросить знамения, и, скорее всего, Бог бы ему явил это знамение. Тогда от чего он должен был отказаться? он должен был отказаться от того плана действий, который у него уже был в голове. И в основном этот план носил политический характер. Послы к ассирийцам. Наверняка знамение Божие предполагало план, в основе которого лежали вещи духовные, вещи, связанные с покаянием, вещи, связанные с составлением идолопоклонства вещи, связанные с обетованием будущего, ну, буду, будущего, которое обеспечивает сам Господь на условии доверия, абсолютного доверия Ему и на условии покаяния. Вот. Но Ахас, к сожалению, не был, не, не был готов к этому. Здесь как бы еще, мне кажется, что Ахас, может быть, до конца не понимает, что вот в Израиле и в Иудее, по сути дела, Царь – это корпоративная личность, то есть это человек, действия которого сказываются на судьбе всего народа. Поэтому Господь взывает к его сознанию, к его, можно сказать, совести, потому что от его решений будет зависеть дальнейшая судьба Иерусалима. Но, к сожалению, мы видим, что Исаия, пророк, он так и не смог до него достучаться. Но получается, что в данном случае Ахас как тонкий политический деятель, как мне кажется, все-таки, а для себя видел еще и, ну, пытался разглядеть и некое будущее. И в этом будущем ему рисовалась картина, где дружить с сильным проще, чем выгадывать какую-то сиюминутную сейчас ситуацию. И поэтому он заранее, скорее всего, сложил картинку, что лучше подружиться вот с этими ассирийцами, и в этом случае их дружба будет, ну, на года а что сделают эти вот маленькие царства, которых ассирийцы катком в принципе и раздавят? И так и случится. И так и случится. Ассирийцы войдут э, в Дамаск, ассирийцы Тира возьмут выкуп в 150 талантов золота. Это вообще невероятный был выкуп, который заплатит царь Тира, да. То есть ассирийцы раздавят всех в этом случае, да. Но проблема в том числе будет и иудеев, иудеев, и вот дальше мы э, как бы встречаемся с очень э, важным для нас пророчеством, да? Где Исаия э, в общем-то говорит э, что-то очень важное о Хазу. Давайте мы с вами это пророчество прочитаем. Тогда да? Исаия сказал: Послушай же дом Давидов, неужели вам мало досаждать людям и вы хотите испытать терпение Бога моего? Поэтому Владыка сам даст вам знамение. Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Имануил. К тому времени, как он начнет различать, что хорошо и что худо, его пищей будут сливки и мед, но еще до того, как научится отрок отвергать дурное и выбирать доброе, земли двух царей, которых ты страшишься, будут преданы запустению. По воле Господней наступит для тебя народа твоего и всех потомков твоих такие дни, каких не было с тех пор, как Ефрем – отделился от Иуды, царь сирийский выступит против вас. Да? Хорошо. Итак, знамение сына. Да? И мы очень хорошо знаем, что Эммануил переводится как с, с нами, нами есть, есть Бог. Бог. Да. О ком, собственно, Исаия здесь говорит? На ваш взгляд? Ну, разные есть предположения, как это пророчество функционировало и исполнялось в истории. Вот. Но, по-видимому, так скажем, без ущерба к смыслу этого пророчества можно говорить о том, что во всяком случае точно оно исполнилось целиком и полностью во Христе. Потому что Матфей, когда описывает когда описывает родословную Иисуса Христа, Он ссылается на это пророчество и говорит о том, что родился тот, которого, которого зовут Иммануил, с нами Бог. Да, я хотел бы продолжить эту мысль. До конца понять это пророчество без обращения к Новому Завету, наверное, невозможно. Это действительно мессианское пророчество, и то, что это так на самом деле свидетельствует э, тот факт, что этим именем Иммануил э, угу. вот, не называется ни сын самого пророка Исаия, ни э, сын царя Ахаза Изики, хотя есть и, такое мнение среди исследователей, что этим э, сыном, рожденным от девы, может быть сын самого царя. Вот. И с нами есть Бог однозначно вписывается в концепцию спасения, предложенную нам самим Богом. И когда Бог приходит сюда на Землю в буквальном смысле этого слова, мы говорим сейчас о воплощении Сына Божия. Угу. Вот, да, это пророчество исполняется в буквальном смысле слова. С нами Бог. Слово, обитающее с Богом, стало плотью и теперь как пишет Иоанн, обитает с нами полная благодати и истины. Вот это пророчество, оно как раз-таки свидетельствует о преемственности Божьего откровения, о единстве Божьего откровения в Ветхом Завете и в Новом Завете. Но и в то же самое время, смотрите, да, то есть отрок научится что? а Вот тут различать худое и доброе, да, и к этому моменту два царства перестанут существовать. То есть, в принципе, да, вот есть некий отрок, он появляется, он э, как бы начинает разуметь, и это все-таки есть какая-то здесь привязка к поражению, да, Самарии и да. Дамаска, окончательному, бесповоротному. Но это порочество уникально тем, что оно пересекает века, я, можно сказать так, да, верно. и приходит ко Христу, то есть это универсальное порочество, оно будет говорить о времени, собственно, Ахаза, оно будет говорить о времени Нового Завета, так же ведь? Ну да, и в последующем, в последующем, как бы еще раз подчеркивается такой вот наднациональный, если можно так сказать, надтерриториальный характер сына. Этого, этого сына да, в 9 главе. Угу. Вот. И Я, гимн. Да, а это сын целый гимн в честь дитя. Да, с 6 текста. «Ибо для нас родилось дитя, сын нам дарован обетованный» на плечи коего владычества ляжет и нарекут ему имя. А дальше вот смотрите, что перечисляется. Чудный советник, могучий Бог, вечный Отец, правитель, созидающий мир и так далее. Однозначно здесь говорится не просто о земном каком-то владыке или царе. Здесь подчеркивается божественный статус этого сына. То есть это тоже как бы подтверждает вот правильность нашего предположения, что сын в седьмой главе это все-таки больше. Да, больше, чем земной человек. А, спасибо. А, так все-таки возвращаясь к историческим событиям, которые очень важны для нас сейчас, потому что периодически человечество попадает вот в эту ситуацию, когда рушится мир. Да? Страна наша пережила э, или пережила, да, крах Советского Союза. Это глобальная катастрофа для жителей этой страны. Да? А, смена идеологии, смена границ. Все это отзывалось потом гражданскими войнами и некоторые длятся и поныне, да. То есть делятся территории, делятся э, по национальному признаку и так далее. Но это катастрофа, с другим, другим словом, да. Можно вспомнить, опять же таки, и другие катастрофы. Вот что в этих условиях важно для конкретного человека, как вы думаете? Ну, если несколько раз уже проводили мы такую параллель, это даже не параллель, а противопоставление. Мы противопоставляли что-то человеческое и политическое, да. с одной стороны, и духовное, верующее что-то, с другой стороны. Если в современном мире, потому что это же не собственно исключительно Ахазу там, пытаться найти союзников сильных, в современности происходит то же самое. Маленькие государства ищут союза с более сильными, чтобы дружить против других сильных и так далее и тому подобное. Если только человек во всем этом будет пытаться разобраться политически, вот там с помощью телевизора, газет, журналов, своих мыслей каких-то и так далее. Это приведет к большому расколу между людьми, к большому недопониманию, к злобе и так далее. Есть только один путь, когда человек может остаться человеком, тем более верующий человек. Это смотреть на все эти события с духовной точки зрения, а вещь номер один в духовной точке зрения. Кроется как раз-таки вот в этом имени, о котором сказал Исаия Эммануил, то есть с нами Бог. Если верующий человек, духовно озираясь вокруг, никогда не будет терять из виду ну, вот, понимание того, что со мной Бог, то важность, катастрофичность, трагичность всех вот этих окружающих событий она как-то ну, будет не такой страшной и может быть даже уйдет на второй план. А первое место Займет все-таки э, вера. Угу. Мы сегодня на уроке со студентами рассматривали проблему теодицеи, Бог и проблема зла, угу. и вспоминали э, такой вот э, неприятный э, момент в истории, э, в истории Германии, когда на бляшках э, немецких солдат угу. были Бог. написаны вот эти слова. С нами Бог унс, так да, по-немецки. Да. По вот парадокс какой-то истории и где-то трагизм истории, что имя сына Божия, которое должно спасать людей, которое должно э, объединять людей, да, которое должно приносить мир в сердца людей. Вот это имя стала олицетворением э, нацизма, жуткой человека-ненавистнической идеологии. Как это понять? Как это объяснить? Мне кажется, что это проблема греховной поврежденности нашего естества, греховной поврежденности человеческого сознания. И мы никогда не решим э, наши человеческие проблемы, вот эти политические проблемы, проблемы... Расовой этой, сегрегации или дискриминации, да, несправедливости какой-то социальной, мы никогда эти проблемы не решим, если мы не подумаем о главной проблеме, которая ну, есть между нами, людьми, и Богом. Это проблема нашей оторванности от Бога, греховной оторванности. Вот мы, прежде всего, должны подумать о наших отношениях с Богом. Мы должны начать с пути покаяния. Мы должны обратиться на путях наших, вернуться назад к Богу. И после этого э, решение каких-то земных проблем уже будет более успешным. Если мы начнем с главного: с восстановления разрушенных грехом отношений с Богом. Это главное. Мне кажется, это главный урок, который мы сегодня должны извлечь из вот этих древних историй. То есть важно имя не только пророческое, а еще и с точки зрения того, что вот Евгений Владимирович сказал, э, э, имя э, сына Исаии, э, что остаток э, вернется. вернется, а еще лучше обратиться, да, да покаяться. Это тоже очень важно. Да. А, мне кажется, что есть э, история, есть профанная, когда мы изучаем с чисто человеческой точки зрения. Вот события, вот его причины, вот его следствия, последствия вот люди, которые вовлечены в это, во все, вот их судьбы. Но это только лишь одна часть. Если не подразумевать другой части истории, истории сакральной, то профанная история, она в любом случае превращается в ложь. Она превращается в то, что историю раздирают все те люди, все те стороны, которые в этом заинтересованы. Но сакральная история – это как раз то, о чем Исаия говорит – это божественное присутствие в истории, Корочество. это божественное направление, тот вектор, который Господь, как Творец истории, Он задает э, этому процессу, потому что фактически э, окончательно, э, потому что фактически цель истории это окончательное Царство Божие на земле. И вот это те маркеры, о которых говорит Исаия, в том числе и Мануил и так далее, это те маркеры который он, как в знаете, он задает по направлению к этому триумфальному концу, для того, чтобы мы, в том числе и те люди, которые живут в 21 веке, чтобы мы не терялись во всем этом многообразии. Вы знаете, мы заканчиваем а, нашу, с вами, нашу, нашу с вами беседу, размышления. И я хочу вам сказать, что для меня эта история очень современна. Мама. Вот это история нашего дня сегодняшнего, 21 век. Дело в том, что вот этот выдающийся, возможно, политический деятель, царь Ахаз, стоял перед глобальным вопросом. Войска окружили. Он находится, по сути дела, накануне своего поражения. Он решает вопросы сиюминутные, он решает вопросы стратегические, он решает вопросы вот, спасения народа сейчас, он царь, жизнь народа в будущем. И в этот отчаянный момент ему Господь протягивает свою руку предлагает ему попросить знамения и предлагает ему победить и более того он ему говорит что ты победишь и вот надо было сделать шаг ну наверное в пропасть шаг веры шаг веры да. и вот здесь Ахас этого шага не делает по какой причине можно догадываться отсутствие веры поклонства, заранее просчитанные политические ходы и союзы или может быть гордыня какая-то сложно сейчас точно определить, какой из факторов помешал этому шагу. И с точки зрения политической Ахаз делает очень верное решение. Он блокируется, заключает союз с сильнейшим ассирийским царем. И сиюминутно он побеждает. Потому что сиюминутно ассирийцы раздавят эту коалицию, они начнут дружить, Теглад будет в Дамаске, когда туда приедет Ахаз, там будет полная любовь и союз, но который аукнется для иудеев. Да? Страшный, да. страшный катастрофа. И то, что он говорит, то, что он говорит Теглад Паласару, «Я раб твой, я сын твой», это как будто бы для долгосрочной перспективы это, собственно, провальное такое Прожать. признание. Да. И поэтому получается, друзья, Господь иногда подводит нас к моменту вот этого шага веры шага веру, когда нужно навстречу с, Бог, с Богом протянуть ему руку, сделать поступок, который будет вообще противоречить любой земной логике, любым политическим раскладам, да, <связать> довериться просто, ну, да. что вот я и Бог, Бог и я, <связать> как бы это ни было очень сложно. Ну и если человек на это не идет, то в дальнейшем поражение просто неизбежно сейчас или в будущем, но оно неизбежно. Поэтому, дорогие друзья, кто смотрят наш разбор урока субботней школы. Мы хотим вас призвать к этой верности. Мы хотим сказать вам о том, что ваши отношения с Богом очень важны для вас лично, для вашей семьи и, конечно же, для нашего Небесного Отца. Поэтому будьте верны, стойте на открытые для вас истины вместе с Богом, побеждайте вместе с Богом. До новых встреч.